буквально, представляете, вот в пятницу вечером ко мне приходит подруга, ее приводит сын и зять. Ее приводят за руки. Екеуі қозғаламай, жүре алмай келеді. Просто у меня недавно у мужа брат скончался, они пришли как бы соболезнования сказать. Да. И тут, представляете, ее приводят за руки. Ее приводит вот так, она прям увидела меня, говорит, ты что, как можешь столько лет, столько времени так ходить, что с тобой? У нее, оказывается, полиартрит, у нее воспалились все суставные заболевания. Uh-huh. Пальцы рук, представляете, они такие огромные, кисти на руках, отеки, коленный сустав, отеки, лодыжка отекшая. Или как раз вечером у нас был домашний кружок, Ось Бахана приехала как раз. И я говорю, давай опробируй вот этот бальзам на тебе. Смарт-люкс. Она говорит, ой, бай, мне хорхам, я такой не пью, ой, бай, зачем мне это нужно? Я говорю, ничего страшного, если умрешь, то у меня дома умрешь. Но не от полиартрита и не от полиартрита. Если даже умрешь, я тебе окажу первую помощь, не переживай. И мы вот в теплую воду налили пол чайной ложки. Покрутили бисмиллях здайтов, положили Аллах силу здайтов, и дали мы ей попить. Я говорю, глотками пей, не торопись. Глотками она пропила, она говорит, что-то у меня голова закружилась, что-то ей плохо. Я говорю, ничего страшного, потерпи. О, Леша, она лучше. Потом уже, на ночь я говорю, давай диклофенак, ну все-таки обезболивающую мазь, я тебе помажу и ложись. Она утром просыпается, слушай, говорит, что ты мне сделал, не стень тема. Я говорю, штики стыгенчук, месяц штики стыгенчук. Я тебе просто дала попить этот смарт-люкс, чтобы ты попробовала. Я говорю, что случилось, что-то плохо? Она говорит, представляешь, у меня отеков нет. Шмида, вот эти отеки, они были... Эти отеки у нее на коленном суставе, вот в кистях. Они у нее булькали. Прям это было видно. Я ее так схватила, я так долго плакала. А потом утром, когда она мне сказала, что у нее все хорошо, мы все рады. И сейчас я ее хотела пригласить сюда, на презентацию. Я говорю, так тебе, приедь сюда, посмотри, вот сколько людей будет. Все на гости тишки. Ты представляешь, как меня на работу вызвали, я вышла на работу. Она целый месяц дома боялась, она даже костыльмень джурена, да? Сегодня ее пригласили на работу. Вот сегодня я говорю, ты приедешь? Она говорит, я обязательно приду. Я обязательно приду, я обязательно приду.